Непонятно, что у меня на башке. Всем привет, меня зовут Снежана. Наконец-то кофе с мороженым, пятница вечер. Можно говорить о прочитанном, особенно учитывая, что я купила новый, наконец-то, удобный стул, и можно сидеть часами с вами разговаривать о прочитанном. Прочитанное за июнь. Традиционно, начиная, не знаю, с какого месяца, да, с января, блин. Так складывается у меня этот странный год, как будто бы где-то числа 15-го ежемесячно у меня дикая фрустрация по поводу того, что я мало начитала книг. То есть я открываю свой Goodreads, я открываю свой Lifelip и понимаю, что там висит 5 книг. 4, 6. Я такая, столько работ, я ничего не успею начитать, и бла-бла-бла. А потом месяц кончается, и я обнаруживаю, что в целом все окей. Ну, для меня все окей. Это ни в коем случае не осуждение, если вы читаете 4 книги, это вообще супер классно. У всех свой разный темп чтения. Но я обнаруживаю, что у меня тут 10, тут 8, тут 12. И я такая, ед, все нормально, все окей. А этот месяц в одном оказался для меня вообще супер удивительным, супер приятным и супер продуктивным, как принято говорить нынче. Ну, давайте традиционно по порядку. Сейчас я сначала кофе. Так, традиционно давайте по порядку с Lifelip. Первая книга июня. Ени Егерфельд. Лежу на полу вся в крови. Она у меня ушла в майской прочитанной, потому что в основном я читала ее в мае. И закончила я буквально ее 1 июня. Поэтому я рассказала ее за май. Если что, вот сходите туда, посмотрите. Дальше у меня идет аудиокнига. Страшные сказки дядюшки Монтегю Крис Присли. Традиционно, как я выбираю аудиокниги? О, симпатичная обложка. Послушать. Вот примерно так. Мне очень понравилась обложка. Я ткнула, подумала, что там такого интересного. Обнаружила, что это сказки ужаса, то есть это хоррор, детский хоррор, где собраны как бы рассказы, сказки, посвященные моей любимой эпохе, викториана, эдвардиана. И мне очень-очень понравилась озвучка, не слишком искусственно-театральной, но при этом в меру, опять же, атмосферной, добавляла всего, и озвучка именно самого дядюшки Монтегю была невероятно потрясающей, это было так круто. В чем замес? У нас есть мальчик, традиционно, если вы давно подписаны на мой канал, вы знаете, как у меня сложно все с именами персонажей, я прочитала, через 5 дней я забыла, как всех их зовут, а иногда и через день. Я забыла, как зовут этого мальчика, но у нас есть главный герой, мальчик. И родители, похихикивая, что у них есть страшный в том смысле, что он старый, дико древний дядюшка, на который на самом деле там дед-пердед сидит в своем поместье. Наш мальчик ходит к нему регулярно пить чай. Вот он пьет чай, слушает сказки дядюшки. И дальше все. Книга — это вот разные-разные рассказы, завязанные на привидениях, на пропавших детях, на эгоизме различном детском и всем том, что может вылезти в человеке, в том числе, когда он маленький. И главные герои в основном этих рассказов — это дети, но это детская книга. Мне кажется, вот знаете, я тут подумала, что если бы с этой атмосферой были написаны «Дом странных детей», Рэнсом Рикс, как-то так называется, да? Если бы вот это ощущение ужаса от того, какими могут быть дети, от того мистического, которое окружает героев этой книги, учитывая их возраст, если бы «Дом странных детей» был написан вот так, было бы идеально. Я теперь очень сильно хочу ее в бумаге, я буду покупать ее в бумаге, потому что она идеально встроится на мою полку викторианы, неовикторианы, эдвардианы, неоэдвардианы, так можно сказать, не знаю, прекрасно дополнит мою коллекцию всей этой тематики, и я поняла, что я очень-очень сильно хочу ее теперь в бумаге, буду искать, буду покупать. Там разные рассказы, там есть рассказы, завязанные на как бы путешествиях, есть рассказы, завязанные на девочках, которые там с привидениями связаны. Есть завязанные рассказы на спиритизме. Все необходимые крючочки, которые должны быть в романах, посвященных эпохе викториане, эдвардиане, там есть. Это и спиритические сеансы, это и вот это ощущение загородных домов, и чаепитие, сама линия. То есть там есть рассказы, которые дядюшка рассказывает. А там замес еще такой, что в доме у дядюшки много очень разных вещей. Он вообще такой барахольщик, и мальчик все время смотрит на какую-нибудь вещь, она его интересует, дядюшка рассказывает ему историю, связанную с этой вещью. И так мы понимаем к концу, что на самом деле у самого дядюшки есть история, и книга как бы заканчивается вот этой историей дядюшки, которая тоже
так себе, в общем, она достаточно страшненькая, достаточно криповенькая и достаточно показывающая, что дядюшка прекрасно встраивается в ряд героев этой книги. Именно сама атмосфера этого дома. В конце мы понимаем, что это за странные шаги, что там за дворецкий, который подает чай, но мальчик его никогда не видит. И сколько лет на самом деле дядюшке, и что там вообще за история у дядюшки и так далее. В общем, чудесная книга. Она очень классна и для детей. Вот если у вас есть дети, которые уже любят какие-то суперосмысленные истории лет в 10, она восхитительно зайдет. И при этом, как взрослый, я ее с огромным удовольствием послушала, потому что это еще и гигантская классная атмосфера. Очень хороший подход к ужасам. То есть это ужасы классические. Возможно, вы не напугаетесь. Но там есть истории очень... морально, вот, морально неприятные. В целом, мне, как человеку, который любит хорроры, тоже понравилось. Да, они не какие-то супер неожиданные, нет там какой-то супер глубины, может быть, хотя некоторые рассказы могут дать фору. Но в целом, это такая прям супер классика жанра получилась. Я с удовольствием очень рекомендую, 5 из 5, рекомендую еще и аудиокнигу. Как аудиокнига, это было очень-очень хорошо. Потом «Вампир Листат» Энн Райс. 5 из 5, и это было невероятно огненное чтение со всех сторон, как отдельное, наверное, произведение в вампирской тематике. Как для любителя вампирской тематики, чтобы у тебя появился новый литературный краш вампирский. Как для человека, который уже прочитал первый том «Интервью с вампиром», и это как некое продолжение воспринять. Короче, со всех сторон прекрасно. Мне, к сожалению, нет уже в бумажном варианте. Я читала книгу, это был экземпляр подруги древнющих годов с древнющей обложкой. Я же ее читала. Я читала ее. У меня были книжные выходные на Бусти. Я регулярно достаточно снимаю книжные выходные, такой влоговый формат. Были книжные выходные, где я не как обычно взяла несколько разных книг. Конкретно одну книгу я читала все выходные, потому что мне нужно было дочитать этот роман, он очень толстый, как бы он такой прям супермасштабный. Но я получила огромное удовольствие, и вы знаете, это еще и для меня прошло действительно очень сильно на фоне первой части. Весной, по-моему, весной я читала «Интервью с вампиром». И я могу понять, конечно, вот особенно после прочтения второй части, что Луи может показаться специфическим персонажем, и его, наверное, не все вынесут. Но он такой нытик, как я его там назвала в книжных выходных, безострадающий нытик. И это очень сильно видно, особенно на фоне второй части. То есть, когда мы читаем вторую часть, это история Листата, вот того самого Листата, про которого мы видим как бы все с точки зрения Луи, мы наконец-то начинаем открывать его историю, обнаруживаем очень много интересного. В том числе, например, что очень многое Луи додумывал, придумывал. Вот этот момент я обожаю, когда ты читаешь какую-нибудь серию, когда ты читаешь, например, следующую часть, и обнаруживаешь, что первая часть полностью, ну не полностью, допустим, но на очень большой процент начинает переворачиваться. Знакомясь с историей Листата, ты начинаешь понимать, что Луи в первой части, воспринимая Листата подобным образом, как там Луи о нем думает и его представляет для читателя, это очень сильно говорит о самом Луи. Тут я прям получила огромное удовольствие. Все действие происходит во Франции, в Париже. В основном все время действия это французская революция. И сам Листат, конечно, это моя любовь, это мой герой. Боже, меня трогал Луи, его вот эти вот душевные метания, но Листат просто мужик. Мужик, огонь. Самая главная мысль, наверное, всей этой книги, всей этой части, особенно на фоне Луи, это то, что Листат, что бы с ним ни происходило, в какую бы бездну, пучину, тоже сомнений, тоже разных чувств, метаний и эмоций он не погружался, но это человек, ну в данном случае не человек, а вампир получается, который настолько сильно любит жить, у которого такая огромная сила духа, и когда ты читаешь вот эти вот 700 с чем-то страниц мелким шрифтом, к концу ты понимаешь, что во многом успех Листата как вампира, скажем так, он не на том, что Листату там повезло, условно говоря, с человеком, с вампиром, который его обратил. Не только ему повезло, что у него там богатство или еще что-то. Ему повезло с характером. Ему повезло, что как бы дерьмом ему не было, он все равно встает и идет. Он все равно живет. Он все равно любопытен, он все равно хочет выходить за какие-то рамки, за границы, он хочет их раздвигать, он хочет наслаждаться тем, в каком состоянии он находится, даже если местами ему точно так же тяжело, тоскливо, плохо и все прочее, что там накрывало Луи в первой части. И вот это его
ощущение какого-то безграничного интереса вообще ко всему, что его окружает, и к внутреннему состоянию тоже. Восхитила, я подумала даже, что надо же, Энн Райс написала абсолютно жанровую литературу. Она не делает тут никаких пересечений жанров, не добавляет никаких философствований, хотя местами там есть какие-то хорошие такие куски, рассуждения, во многом исходящие от второстепенного персонажа, от... Как его зовут? Я не помню, но неважно. Мне прям хотелось зачитывать, и я прям зачитывала в видосе для бустеров вот эти вот цитатки, потому что они были как-то вот хорошо. Автор хорошо сказал. Листат, сам его вот этот вот вайб, то, что мы начинаем читать роман, это 80-е, он хочет играть в рок-группе, он обнаруживает книгу Луи, ее читает и решает рассказать свою историю и то, как он это делает. Боже, сам Листат, да. Короче, я оказалась в большой любви. Второстепенный персонаж очень классный. Здесь еще в этой части раскрываются какие-то моменты, которые были в первой части, например, театра вампиров. Мы узнаем вообще, как он был создан, почему и так далее. Наверное, на мой взгляд, чуть больше вот этого готического, суперготического, знаете, готического кладбищенского по сравнению с первой частью. В первой части было очень много Луизианы. Вторая часть, она более готически классическая, не знаю, французская. Вторая часть очень сильно раскрывает образ Армана. И я, конечно, читала это все вот с таким интересом, с огромным интересом. И я поняла, что надо же, то, как ты воспринимаешь Армана, это второстепенный персонаж, который играет достаточно большую роль в первой части. И каким ты его видишь во второй, как много нового открываешь для себя. В общем, безумно классно с точки зрения продолжения серии, с точки зрения раскрытия мифологии, которую создает Энн Райс, с точки зрения раскрытия персонажей, в том числе тех, которые в первой серии, создания новых персонажей, очень-очень сильно нравится именно вот эта основательность, с которой Энн Райс пишет базу мифологическую в своей вселенной. Она как-то там очень сильно все это завязывает, создает собственных древних, создает всю эту мифологию, причем настолько это утягивает в древние века, что ты там читаешь, ты прям такой, вау, это очень круто. То есть вопрос, откуда появились вампиры, он как бы, есть на него некий ответ. И это очень здорово, потому что, конечно, в основном, что бы ты ни читал про вампиров, это все некое, ой, они возникли из воздуха, ой, а почему существуют акулы, ой, а почему существует человек, ой, а вот поэтому существуют вампиры. Нет, тут есть какая-то такая мистическая вещь, то есть она не совсем научно-генетическая, она больше именно мистически-готическая, но при этом это работает. Есть там что-то там, начало некое, которое ты видишь, и ты понимаешь, откуда все это идет, и это очень здорово сделано, мне очень нравится. Но если первый роман, например, можно прочитать как отдельную какую-то часть и не идти в следующую. Я вот, например, в следующую пошла только потому, что мне, как ни странно, стал интересен Листат. То есть даже с учетом того, как его там Луи описывает, мне стало интересно. Возможно, я бы шла к ней дольше, если бы сразу же, опять же, подруга мне не сказала, о, у меня есть бумага, вот, держу в бумажном варианте вторую часть, и у меня не было вариантов, я взяла и сразу стала читать. Вторую часть, она кончается клиффхенгером, и надо читать сразу третью, и я очень хочу читать третью, я планирую ее читать, я буду ее читать, там такой замес. Я надеюсь, что в третьей части будет снова много Листата, потому что это мой герой. Господи, вот это его, в какой бы говёной канаве он ни оказывался, он все время из нее выбирается, идет дальше, и я как-то безумно им за это восхищаюсь, и я восхищаюсь Энн Райс за то, что она умудрилась создать героя, который как бы максимально в необязательной литературе, вообще внезапно так сильно запал мне в душу именно характер героя и вот какой он человек. Ну, он не человек, он вампир, но тем не менее. В общем, со всех сторон мне безумно понравилось. Я очень сильно рекомендую. Я бы, наверное, сказала даже так, если вам не зашла первая часть интервью с вампиром, если у вас там возникли некие проблемы с Луи, попробуйте даже ее пропустить. Это можно сделать, ничего страшного не произойдет. Еще, кстати, есть некие моменты, по крайней мере, наверное, до того, как Листат обратился, мне местами, как будто бы вот сельская Франция, все эти вайбы, напомнила фильм «Красавица и чудовище», французскую экранизацию с Венсаном Касселем, по-моему. Лайк, подписка, как говорится. Мои максимальные рекомендации. Если вы из миллениалов, соответственно, которая выросла на вампирской тематике, если вы любите «Сумерки», кстати, о птичках, пожалуйста, почитайте Энн Райс, и особенно почитайте именно вот эту вторую часть, «Вампир Листат». В первой части вообще незаметно этого. Майер очень много вдохновлялась именно второй частью «Вампирских хроник» Райс.
Она это сделала очень красиво, очень аккуратно, и я прям, знаете, еще больше зауважала Майер, потому что она умудрилась заимствовать, но не копировать. И это очень здорово. И даже мой любимый Карлайл, ты видишь, откуда вообще этот образ возник, на мой взгляд, мне так показалось, прародитель образа Карлайла появляется как раз во второй части Энн Райс «Вампир Листат». Поэтому, если вы любите «Сумерки», Энн Райс нужно обязательно почитать именно вторую часть. Ну и третью часть я буду читать, да, потому что там что-то должно быть очень интересное. Дальше аудиокнига. Ой-ой, господи, как мне про это рассказывать. Ой. Ихань Линь. «Райский сад первой любви». Это было мучительно больно и незабываемо. Я увидела эту книгу в «Читай-городе», когда я смотрела по полочкам красивые обложечки. О, какая красивая обложечка. Чик, сфоткала и подумала, вот захочу что-нибудь азиатское, почитаю. Я увидела ее в аудиокнигах и решила, что, о, я же хотела почитать, обложка там мне тогда понравилась, возьмусь, почитаю, в смысле, послушаю. Озвучка мне очень понравилась. Озвучка, по-моему, да, по-моему, она была очень-очень даже хороша. И мне кажется, вы уже слышали, наверное, об этом романе, возможно, вероятно. И это все в тему Лолиты Набокова, темной Ванессы, я забыла, автора, всю эту тематику. Мы сразу погружаемся в жизнь, тайваньскую жизнь, да, потому что роман тайваньский, он не китайский, он именно тайваньский. И, кстати, вот эту разницу ты очень сильно чувствуешь в контексте того, что там происходит. Начинается все действие, я так понимаю, где-то то ли на севере, то ли где, ну, то есть не в столице, а потом происходит в столице, когда наши главные героини, точнее, две главные героини переезжают учиться уже в столицу. Мы знакомимся с этими двумя девочками. Традиционно, я забыла все имена, у нас есть две подружки. Две подружки. Давайте-ка, ну давай, лайфлип. Имя. Имя, сестра, имя. Это так удивительно, я перечитала кучу рецензий, сейчас пролистала, и ни в одной не написано имя подруги. Хотя она играет большую роль. И в том числе, потому что именно она рассказчица истории главной героини. Мы начинаем знакомиться с двумя девочками и постепенно погружаемся в жизнь достаточно богатого дома, большого многоэтажного дома, где очень богатые квартиры. Я так поняла, что действительно очень состоятельные люди живут, и там две маленькие девочки. Им 12-13, вот, в общем, где-то в этом возрасте. Сыцы и, по-моему, она тоже Линь, подруга. Но я не уверена, я буду звать ее тогда подруга. Мы знакомимся, когда они вот такие подружки, прям супер-подружки. У них есть свой собственный язык, они умеют разговаривать без слов. Они часто посещают свою любимую наставницу, можно сказать, по жизни. Девушку, она их лет на 10-12, сколько там, старше, не сильно, она тоже молодая, им 13, а она вот 20-летняя вышла замуж. И Вэнь, которая живет там то ли на этаж выше, то ли на этаж ниже, и в этом же доме, в этом же подъезде есть учитель Ли, 50-летний мужик, поэт, преподаватель китайского языка, и вообще эстет, и так далее. Там очень интересно скроен сам рассказ, потому что, с одной стороны, у нас сначала резкое такое движение камеры читателя, скажем так, к героиням. Она буквально пролетает по их годам, то есть 12-13. Вот мы видим и Вэнь, девушка, которая постарше их, мы видим, как они ходят к ней смотреть кино, потом резко столица, и дальше происходит какой-то атас, потому что главную героиню Сыцы находит ее подруга в абсолютно невменяемом состоянии, где-то там, то ли в горах, то ли где. И после этого мы понимаем, что Сыцы отправляется в психушку. Уже неизлечимо, у нее очень сильно повреждена психика, ее отправляют в психушку. Ты такой, что? А потом сразу как бы идет обратно, снова мы отдаляемся, и снова мы видим, что этим девочкам 12 или 13, но не больше. Да, по-моему, им только-только исполнилось 13, вот. Мы видим, как все это медленно-медленно оборачивается. У нас есть, получается, рассказчица, сама подруга, которая потом, после того, как Сыцы отдали в психбольницу, подруга обнаружила ее дневники и начинает их читать, как бы восстанавливать, рассказывать эту историю. Потом у нас есть история Ивэнь, это история замужней девушки, и есть история, самое главное, это Сыцы. Я не знаю, какая из этих историй хуже, если честно.
Ну, наверное, безусловно, сама рассказчица, подруга, она в этой ситуации более-менее, возможно, в чуть лучшей ситуации, по крайней мере, в физическом плане. Но в моральном, насколько она в лучшем плане, если она потом читает дневник подруги, понимает, что все то время, когда она ее обвиняла, ревновала, считала, что подруга бросила ее, бросила эти их дружеские отношения, говорила ей довольно неприятные вещи, в том числе, она открывает для себя всю правду и понимает, насколько она была не права, и все, что с ней осталось, это только огромное чувство вины, что она не смогла спасти самого близкого человека в своей жизни, это ее подругу. Лучшее ли это положение? Не факт. Потом у нас есть история Вейн, это просто какая-то отдельная картинка того, что может происходить с девушкой. Вообще, в целом, это патриархальное достаточно общество. Девушка выходит за достаточно престижного молодого человека, выходит замуж, покидает университет, хотя она обожает литературу, и там прям есть отдельные важные сцены, когда она читает вслух девочкам, когда они еще маленькие, они читают разные романы, британские, русские романы, американские, очень много классики, обсуждают ее. И ты видишь, насколько действительно наполненной культурой жизнь этих людей. Это так интересно, потому что там на фоне я чувствовала, что есть очень-очень большие деньги. Вот это, конечно, не безумные богатые азиаты, но у меня такое сложилось ощущение, что это достаточно богатые азиаты. Но при этом все настолько эстетически из-за Ивэнь, конечно, из-за Сыцы, из-за таланта того, как эти девочки пишут и ощущают вообще мир вокруг, какое-то ощущение красоты. На фоне всей этой красоты есть у нас учитель, там есть прям куски от него. То есть куски от его лица, когда он становится голосом. Лучше бы их не было. Это было тошнотно. Это было омерзительно. Я даже не знаю, как это описать ощущение, потому что, с одной стороны, погружен в эту красоту, а потом в эту боль, которая еще больнее от этой красоты, воплощением которой была Сыци, а она, помимо того, что действительно очень талантливая, она еще и очень красивая. Вот Ивэнь безумно красивая, но Ивэнь уже не интересует нашего учителя, потому что, извините, она старая для него. Сыци — это вот прямо маленькая Ивэнь, то есть это прям воплощение красоты. Вот это вот все. Потом мы читаем главу от учителя, и мне хотелось пойти поблевать, либо, Господи, где мой топор? Вот это было ощущение. Там все описывается, я не знаю, как бы, что вам сказать. Показан жестокий мир мужской, где достаточно откровенно обсуждаются все эти пристрастия, где собирается кружок вот этих мужчин-учителей, которые выезжают в том числе в командировку, которые обсуждают своих жен, своих любовниц. И у меня такое сложилось впечатление, что этот главный, мерзейший, отвратительный, даже как будто бы как бы все все прекрасно понимают. На этом фоне есть, например, второстепенный персонаж, который очень-очень долго состоял в отношениях с этим учителем, точно так же с очень раннего возраста. И когда учитель все-таки бросает эту девушку в пользу Сыцы. Эта девушка, оставшаяся, она не может это пережить. Она начинает признаваться, то есть она начинает даже обвинять учителя. И это было настолько дико, настолько откровенно описано. Это, безусловно, иллюстрация этого общества азиатского, что то, что там происходило дальше после того, как она призналась, со стороны родителей девушки, со стороны общества, когда она выложила этот пост в интернет, это было просто бесчеловечно. Вот, бесчеловечно. Эта книга настолько бесчеловечная, насколько вообще может быть. При этом она написана не так, что автор, смотрите, смотрите, как я могу быть бесчеловечной. Нет, это автор просто пишет как есть, и от этого становится еще хуже. Моменты физиологические, а там очень много именно откровенных вещей, выписанных, все, что происходит между очень взрослым мужчиной и очень маленькой девочкой. Есть моменты, когда это описывается от как бы его лица, и это еще и завязано на очень богатом мире эстетики азиатской, эстетики Дальнего Востока. То есть все то, что вы знаете, я как искусствовед и учившаяся на специализации востоковедения, на секундочку, и как раз очень сильно любящая Дальний Восток, особенно во времена студенчества, погруженная вот в эту изящную, утонченную, непередаваемую красоту от изображения какого-нибудь цветочка на листке бумаги до их вот этого ощущения падающего дождя, гор, тумана, до всего то, как они видят мир, по крайней мере, пока
пока это ощущение не прошло. Я очень надеюсь, что оно пройдет. Но вот это вот мое восхищение, ощущение, что оно очень сильно заморалось. Заморалось от этой книги. Потому что вот этот учитель, он живет вот этой эстетикой, этими эстетическими понятиями. И использует их, использует эти словосочетания, выражения и так далее, когда он делает эти гадости. И это было просто плевок в мою душу и в мою юность. Это было настолько сильно для меня эмоционально, потому что я закончила эту книгу и поняла, что в ближайшее время не смогу смотреть эти произведения искусства, вообще как бы воспринимать все это, потому что в моей памяти сразу возникает эта книга. И эти сцены. Это было слишком хорошо, слишком плохо. Это очень такой важный момент, и мне на самом деле он безумно понравился. Роман показывает то, насколько чистая, беспримесная красота мира может быть загрязнена, может быть вот так вот омерзительно испорчена вот таким вот человеком. На самом деле даже не только этим человеком, а всем, что там происходит. От этого стало как-то ужасно грустно, потому что в мире нет ничего святого, и даже то, что кажется тебе настолько, казалось бы, где-то там вот в каких-то безумных вершинах, до него может тянуться что-то настолько мерзкое. Это ужасно. Безусловно, огромная важная тематика и вообще в целом нить и важная мысль этой книги, этого романа, это то, что как эти девочки попадают в зависимость, и как они потом, возможно, пытаются из этого выйти. Это очень хорошая иллюстрация, этот текст того, как человек подменяет понятие любви и пытается себе придумать, надумать, вот этот вот маленький ребенок, с которым понятно, что происходит, пытается себя защитить, придумывая эту любовь в своей голове. Еще больше тебе становится хуже, плохо, тебе хочется кричать. Под конец книги, когда ты полностью погружен уже в эту атмосферу, тебе тяжело, тебе плохо, ты не можешь перестать это слушать, потому что, безусловно, книга написана абсолютно талантливо, и она очень важная для этой тематики в целом среди всей литературы, в том числе потому, что это азиатская книга, показывающая то, как это воспринимается, воспроизводится и в целом существует в азиатском обществе. Помимо этого, к концу там есть очень важный сюжетный поворот, из-за которого Сыцы как раз сходит с ума. И это было настолько, мне кажется, я даже не знаю, что с этим сравниться. Ничего, ничего. Никакие скандинавы, никакая чернуха, никакой холод, который можно встретить в скандинавских романах с самыми жесточайшими сценами, не сравнится вот с этой сценой, которая происходит в этой книге, из-за чего главная героиня сходит с ума. Это было слишком вообще со всех сторон. Короче, книга очень хорошая. Я ее рекомендую, если вы, как я, не боитесь читать очень тяжелые книги. Но это очень важная книга для этой тематики. И если вы читаете азиатскую литературу, безусловно, эту книгу нужно читать. Если вы интересуетесь Лолитой Набокова, и, соответственно, вы так или иначе начинаете интересоваться романами, связанными с этой тематикой, эту книгу нужно читать. Она специфическая, безусловно. Но это какой-то прям супер важный роман во всем этом списке подобных книг, подобной литературы. Маст-рид. Но специфический маст-рид. Потом у меня была, вот мы дошли до бумажных книг, Сара Уотерс, «Тонкая работа». Есть отдельный обзор, читательский дневник, читаю, рассказываю. Поэтому я даже не буду ничего рассказывать. Это «Нео-викториана», которая была для меня очень эмоциональным чтением, очень интересным, очень забавным местами. Это не идеальная, на мой взгляд, «Нео-викториана», но, опять же, в рамках жанра, для любителей жанра, маст-рид, да, это было очень-очень хорошо. Дальше. Идем снова к электронным книжкам. Аудиокнига Барбара О'Нил «Когда мы верили в Руса». Я после вот этого шок-контента от «Райского сада первой любви», я на самом деле многое даже еще не рассказала про «Райский сад первой любви», ну, потому что там очень ощущение того, что очень много всего происходит, очень важных событий, но они настолько тонко переплетены, да и так, что нет смысла рассказывать все это обо всем, просто лучше попробуйте реально почитать. А вот когда мы верили в русалок, я поняла, я хочу что-нибудь суперженское, дамское, лайтовое, ничего не хочу, не хочу никаких травм, оставьте меня в покое. Я вот нашла какую-то книжку, которая по обложке, по названию, явно намеки вот на что-то такое. В рамках жанра, естественно, я все это оцениваю, подобной легкой литературы, литературы для легкого чтения, еще и как бы дамской, потому что женская литература для меня это Мэг Вулитцер с Энн Пэтчетт, Энн Тайлер и так далее, а это вот прям дамская литература. В целом это было прикольно. У нас есть главная героиня, имя которой я, естественно, забыла,
Лола, она врач, живет в Монтерее, где-то вот эта вот великолепная область, которую мы наблюдаем в сериале «Большая маленькая ложь». И в какой-то момент по телеку она видит, что ее мертвая сестра, которую они уже похоронили, которая якобы умерла в аварии в поезде, на самом деле жива, где-то там мелькает в новостях в Новой Зеландии. Кит едет в Новую Зеландию разыскивать свою сестру. Попутно она знакомится с горячим испанским мужчиной, который оказывается со всех сторон хорош. Он, конечно же, музыкант, играет фламенко в баре. Эта линия такая прям супер Даниэла Стил. А есть история с сестрой, с Джози. Кит все-таки ее находит. И дальше мы узнаем семейную историю, которая полна тоже своих травм. И это такая прям супер Джоди Пиклз. И все это происходит на фоне Новой Зеландии. Там очень-очень-очень много Новой Зеландии. Вот если вы хотите почитать что-то легкое и вдохновиться, если бы я сейчас могла продать почку, я бы купила билет и уехала в Новую Зеландию. И все, Новой Зеландии куча, много. Описание природы, описание специфической еды, описание города. Это было на самом деле очень неплохо. То есть в рамках жанра это было интересно, вдохновляюще. Из одной прекрасной области Монтерея героиня уезжает в еще более прекрасную область. Что может быть лучше? Проблема в целом даже в рамках жанра этой книги в том, что как бы две даже проблемы. Первая проблема — это то, что автор пытается усидеть на двух стульях. Есть очень серьезная драма-драма, знаете, прям такая драма-драма-драмище. Там завязано и на усыновлении проблемного ребенка, который подвергался тяжелым физическим избиениям. У нас есть и проблема, опять же, насилия над детьми. Господи, я же взяла легкую литературу почитать, и сейчас поняла, что я из одной истории про педофилию ушла в другую историю про это же. Это что вообще такое? Это популярная тематика. Есть история родители-дети и родители, которые очень сильно зациклены на себе, на страстях, там такие прям отношения, из-за чего очень сильно страдают дети. Вот эта линия, кстати, мне очень сильно понравилась, она была очень наглядной, очень классно показывает то, как могут вырасти дети в ситуации, когда родители, ну, как бы им вообще посрать на своих детей, это при том, что семья обеспеченная, живет в красивом месте, в дорогом месте. В каких-то моментах это было просто нужно, важно, чтобы дополнять любовную линию, а в каких-то моментах это было слишком. То есть, на мой взгляд, нужно было как-то немножко уменьшить травму, и это выглядело бы более, может быть, реалистично. Второй важный момент, какой-то там был косяк. Не могу вспомнить, какой косяк. Блин, сейчас открою свои заметки. Иногда я пишу заметки по книгам. И может быть, они мне помогут, а может быть и нет, потому что не по всем книгам я пишу. Так, «Вампир Листат», «Когда мы верили в русалок». А, все, я вот нашла, какой момент лишний. Спасибо моим заметочкам. Есть история. Одна из сестер Джози, Джози, которая как раз оказалась в Новой Зеландии, покупает дом старый, исторический. И якобы в этом доме умерла какая-то там актриса в 30-40-е годы. Там какая-то тайная детективная линия. И я не поняла, зачем это было нужно. И на мой взгляд, вот это вообще настолько пришей кобыли хвост. И не пришей кобыли хвост в том числе. Линия была максимально лишней, и она лишь портит все остальное. Но знаете, там происходит, ну ладно, семейная драма, ладно, любовные отношеньки, и тут вот детективная линия с актрисой. Чё к чему? Она даже так тупо закончилась. Бессмыслица какая-то. Ой, а еще были какие-то детали, знаете, которые меня смущали. Например, это просто мое личное уже, я зацепилась так. Кит говорит Джози: о, ты раньше слушала heavy metal, а сейчас ты слушаешь попсу. И дальше идет закадровый как бы голос рассказчика, когда Кит вспоминает, что когда-то Джози слушала. Внимание, что такое heavy metal, по мнению Барбары О'Нил? Это Guns N' Roses, это Нирвана, это Pearl Jam. Я такая: что? В смысле? С какой ноги это heavy metal? Вы, алло? Такая чисто фактологическая, наверное, ошибка, которая меня зацепила. Но в этой книге, из-за чего мне она как бы понравилась все-таки, то, что я читала билетристику, к вопросу о том, когда мне пишут в комментарии, хочется ли мне тратить время на билетристику, вот как бы иногда и на билетристике кое-что про себя узнаешь. Я поняла про себя одну очень важную вещь, отрефлексировала, это было так внезапно и так чисто, ясно. Это было такой инсайт, вот как это называется. Я подумала: ой, это очень приятно. Даже на такой глупой книжке можно понять про себя что-то супер важное. Короче, если вы читаете вот подобную литературу, как и я, если вот просто передохнуть от травмирующей литературы, это было неплохо, это было симпатично.
Дальше у меня идут книжные выходные, и я читала две книжули для бустеров. Я читала Джона Бойна «История одиночества» и Аудур Ава Олафстотер «Отель тишина». Давайте сначала про Джона Бойна. Книжуля у меня появилась благодаря Маше. Маша, как всегда, знает, что мне нужно посылать, дарить и что мне понравится. У нее какой-то суперскилл в этом отношении, потому что, насколько я знаю, даже она, по-моему, поставила этому роман 4 из 5, а для меня это вышло 5 из 5. Но потому что это прям ровно-ровно моя тематика. Что это такое? Это история, которая, я так понимаю, написана под впечатлением от многочисленных скандалов, которые происходили энное количество лет назад в связи с раскрытием множественных случаев совращения католическими священниками маленьких детей. И Джон Бойн написал тоже такую свою праздную рефлексию, свой ответ на все то, что тогда происходило. Это моя теория. Учитывая, что все-таки это католическая Ирландия, безумно религиозная страна, Бойн очень круто здесь отобразил некоторые моменты, от которых волосы встают буквально дыбом. Главный герой — отец Йейтс, правильно говорить, либо Одран, либо отец Йейтс. Вот отец Йейтс по имени Одран рассказывает просто свою историю, историю одиночества, но сама структура романа сделана так, что ты очень часто перескакиваешь с одного времени на другое. Ты сначала знакомишься с отцом Йейтсом, когда он уже достаточно взрослый мужчина, состоявшийся священник, он приходит в гости к своей сестре. Потом ты видишь его молодым, потом ты видишь его снова старым. Юность, детство, вот это вот все постоянно вот так перескакивает. Возможно, кого-то это будет смущать. Меня не смущало, мне было окей, спокойно ориентируюсь в подобных романах. И более того, здесь это необходимо. Здесь это необходимо, потому что это очень классно, в итоге тебя свой к одной единственной такой важной мысли по поводу всего, что здесь происходит. Мысль-то в чем? В том, что у нас есть зло, которое действует. Зло, которое непосредственно причиняет плохое. Есть зло, которое видит, но обманывает и молчит. И, наверное, зло еще хуже в том, что обманывает само себя. Очень роскошно подана тематика ненадежного рассказчика для самого героя. То есть не для тебя, как для читателя, а именно для самого героя. То есть то, как может человек быть самому себе ненадежным рассказчиком максимально-максимально долго. И вот эта вот попытка, знаете, убежать, попытка даже не то, что убежать, а сделать вид, что я не я, вроде не моя. Это напомнило мне, кстати, абсолютиста. Вот там тоже есть вот этот мотивчик, и Бойн, видимо, его весьма любит, потому что там тоже очень противоречивый герой, и здесь герой максимально противоречивый, из-за чего роман становится чуть глубже, чем просто рассказ о том, что происходило в те годы. Когда мы следуем за Одраном, мы прям видим, во-первых, травму его детства, это смерть его отца и брата. Потом мы видим травму его юности, это связано вообще, конечно, с таким неким взрослением мальчишки. Если вы читали этот роман, вы, скорее всего, поймете, о чем я. Будете читать роман, вы точно поймете, о чем я. Это связано с его дружбой, с лучшим его другом, с Томасом, а потом с тем, как он пытается восстановить все по кусочкам внутри себя, восстановить по кусочкам ощущение своей семьи. Там тоже есть некие проблемы, они тоже не просто так. И в какой-то момент вот эта семейная линия, она становится очень пронзительной, становится очень щемящей, грустной. Я там даже так слегка прослезилась. Вот это было очень хорошо. Огромная, безусловно, тематика этой книги — это католические священники. Здесь не будет, хотя мне хотелось бы, но не будет все-таки, это Бойн, конечно, безусловно, глубоких размышлений на тему веры. Никаких погружений в сомнения, в ощущение глубины собственной веры, взаимоотношения с Богом. Здесь этого нет. В плане именно сюжета, то есть Бойн все-таки у нас именно как рассказчик, который работает сюжетом с тем, куда герои ходят, что они говорят и так далее. Есть очень четкое ощущение того, как живет католической Ирландии, или даже, наверное, сейчас она, может быть, немножечко поменялась, я надеюсь, того, как она жила. То есть мы видим, как это происходит 50-е, 60-е, 70-е, мы видим современное время, 2010-е годы, соответственно, когда все эти скандалы были. И очень круто Бойн показал, как менялось отношение и насколько Ирландия, наверное, сама сложная страна со сложным характером общества, потому что сначала оно фанатически верит в священников, и для них это боги, а потом точно так же фанатически их отрицает всех. С одной стороны, ты ужасаешься тому, как они фанатически, там, священник вошел, все, вот, свет в окне,
Бог сам снизошел на землю, то есть забывает о том, что это тоже люди. Люди со своими страстями, и это тоже разные люди. А с другой стороны, когда идет вот этот вот перекос после всех событий, и когда там начинают буквально чуть ли не каждого священника оплевывать, обзывать и так далее, тебе от этого тоже грустно, потому что это все еще разные люди. И вот этот момент, когда плохие оказываются вот в такой ситуации, ведут себя там, ну там есть интересные сцены, очень круто прописано, хорошие в ситуации, когда их дом, а церковь это их дом, оказывается, что он их предал, и что на самом деле вот это вот святое место, которому ты безгранично доверял, и где ты чувствовал себя защищенным, может тебя вот так выкинуть немножечко на обочину, поступить по отношению к тебе очень-очень неприятно. Это твои собственные иллюзии? Да. Больно ли с ними расставаться? Да. Мне было вообще супер кайфово. Это вот если вы, опять же, как и я, интересуетесь темой священничества, бытования священничества в обществе в разных странах. Здесь огромная тематика семинарии. Учатся, как они становятся священниками, рукоположение, вот это все, это тоже здесь есть. Это было очень-очень интересно читать. Это еще и, конечно, быт и нравы Ирландии, которая очень противоречивая страна. Вот этот роман Бойна почитаешь и начнешь понимать, почему у некоторых писателей ирландских такие проблематичные отношения со своей страной. Но что не отменяет любовь к ней в том числе. В общем, мне очень понравилось. Любите интересные романы со сложными такими вопросами, противоречивыми, наверное, вопросами, противоречивыми героями, читайте обязательно. Любите тему Ирландии, обязательно вообще читать, потому что тут такая картинка. Любите тему религии и священников, читайте обязательно. Боитесь темы религии и священников именно с точки зрения вот чего я все-таки больше люблю, философского какого-то жизненного вот этого. Вот, читайте спокойно, здесь ничего такого не будет, здесь все немножечко именно больше со стороны быта. Любовь, любовь. Вот Бойн, которого я обожаю, Бойн, которого я люблю, который нигде не пережал, нигде не был слишком тороплив для того, чтобы высказать свою точку зрения, а очень хорошо все сделал, все рассказал, моя любовь. Так, я тут кучу лет уже сижу, рассказываю. А, ну и потом, соответственно, Аудур Ава Олафстоттир. Потому что у Поляндрии вышла новая ее книжка. Я ж как фанат этой писательницы, ни за что не повторю ее имя 300 раз. Поняла, что я, естественно, буду брать третий роман, но надо, соответственно, читать второй. У меня «Мисс Исландия» читана, вот это было не читано, я наконец-то прочитала. Это было так хорошо, господи, боже, как я обожаю скандинавов, исландцев. Плюс эта книга у меня перекликнулась с другим романом, который я читала тоже, вот, по-моему, недавно, в каких-то 24 часах чтения. У нас есть главный герой. Спасибо в аннотации, сразу написали его имя. Поляндрия, вы лучшие. Йонас Эбенезер. Правда, в аннотации написано, что дожив до средних лет, он узнает, что его любимая дочь другого мужчины. Йонас опустошен, думает покончить с собой, хватает сумку с инструментами, отправляется в истерзанную войной страну, где хочет, собственно, прикончить себя. Немножечко другая здесь точка вхождения в роман. Вот, потому что когда мы встречаем главного героя, который действительно опустошен, начинаем понимать, что опустошен он не только потому, что дочь не его по крови, а потому что в целом он к этому моменту, когда он узнал эту новость, и то, что при разводе жена ему сказала, ну вот сейчас-ка я тебе правду всю и скажу. Он уже к этому моменту пришел достаточно несчастным человеком. Олафстоттир, конечно, настолько великолепный автор, как я ее обожаю за это, и, собственно, это у меня ощущение всегда возникает и от Сиона, когда в очень маленький текст она умудряется вложить очень плотный, богатый смысл. Как быстро она тебя погружает, как парой штрихов она всего лишь создает тебе настолько жизнеспособные образы. То есть, начиная от того момента, когда герой приходит к своей матери в дом престарелых, просто вот стоит перед ней высокий прекрасный мужчина, 1,85 м, стоит и просто, опустив руки, говорит: «Я несчастен. Что тут сделаешь?» А мать как бы уже... Вот она ничего ему сказать не может, она уже все на пути в забвение. Хочется обнять и плакать. Еще, кстати, удивительное вот это ощущение, и в «Мисс Исландии» это тоже было, и я за это обожаю Аудур Аву Олафстоттир. Как она умудряется соединять ощущение тонкой грусти, когда обнять и плакать, и как
каких-то, знаете, смешных моментов, абсолютно смешных, потому что герой наш Йонас идет к соседу, к Свану. Там, во-первых, такой классный Сван, просто тоже мужчина мечты. Йонас просит у него ружье, приходит к себе домой, и Сван потом как бы понимает, что что-то не то, идет к нему, проверяет наличие ножей, проверяет, по-моему, наличие таблеток. Что-то он, короче, везде у него ходит, и потом такой, типа, пули нужны, пули нет. Это был очень классный, очень милый, очаровательный, забавный момент. Как это происходит? Я не знаю, это чертовы скандинавы, чертовы исландцы. Йонас такой, все, я не могу здесь покончить жизнь самоубийством, потому что увидит дочь. Дочь к нему ходит, у них теплейшие отношения, очень нежные, очень счастливые, и от этого как-то отдельно всегда тепло на душе, но вот он, немножко у него, конечно, душевный, духовный кризис, он собирает чемодан, берет буквально по одной вещи из одежды, берет дрель, берет инструменты, уезжает куда-то, я так полагаю, это где-то Восточная Европа, возможно, где море, тепло, красота. Он заселяется в старый отель, потихоньку, поневоле начинает его ремонтировать. К нему обращаются за помощью, увидев, что он это может, он приехал с дрелью. Чувак приехал с дрелью умирать. Это тоже очень забавно. И он начинает чинить отель и погружаться в жизнь вот этих людей. И на этом фоне роман мне перекликнулся с Матиасом Энаром «Совершенный выстрел». Если вы читали «Совершенный выстрел», читайте обязательно «Отель и тишина». Читали «Отель и тишина», читайте «Совершенный выстрел», потому что это два романа, которые стоит прочитать в паре. Это две точки зрения. Одна точка зрения — это как раз солдат, вторая точка зрения — это мирные жители. И они прям вот в каких-то моментах сходятся очень хорошо. Это было очень здорово. Ну, я вообще люблю такое делать с литературой у себя в голове, то есть брать какие-то романы, которые у меня неожиданно начинают пересекаться, создавая картинку как будто с разных сторон. Просто это большой роман про войну. Вот и все. Все, что можно было сказать про это, про разбомбленные города, это все на фоне печальной грусти, теплых отношений, смешных моментов. Аудор, Ава, Олаф, Стотир, может все. А самое главное, погружаясь вот в быт этих людей, Йонас понимает, что, блин, несмотря на то, что его проблемы тоже важны и тоже нужны, и в целом мы все-таки нормальные, адекватные люди, которые не обесценивают страдания друг друга, но наоборот, его как бы не то, что вдохновляют, это так дешево, наверное, сказать, можно найти внутренние ресурсы, которые помогут ему преодолеть этот духовный кризис. То, что он начинает занимать руки, время, желание, потребность от этих людей, раз они его просят, прикладывать куда-то физические усилия, что-то делать, знакомиться с новыми людьми, находить с ними общий язык, немножко погружаться в себя, переоценивать свои прошлые отношения со своей бывшей женой. Потом там чудесный разговор с дочерью в связи с новыми откровениями. И все это складывается в картину, когда у нас человек, который пробовал разные способы самоубийства, ружье, крюк, Бакман, Сувы, тут машет ручкой, просто начинает жить заново. И вот это, к слову, об Уве и Бакмане, идеальный роман на эту тематику — это то, как можно показать и нужно показывать подобную ситуацию, не уходя в абсолютно бессмысленный, глупый текст. Ну ладно, все, вы знаете, как у меня плохо с Бакманом. Короче, вот, это любовь. Здесь нет ничего лишнего. Это кристальная исландская проза. Безумно поэтичная, безумно красивая, безумно важная, обращающаяся к цитатам философов, музыкантов. Просто любовь. Я безумно жду, когда я прочитаю ее третий роман. Я уверена, он будет восхитительный. Где мой телефон? Вот, я же на нем сижу. Дальше. Я прочитала Лину Нордквист «Голод». Ничего особо не буду рассказывать, потому что следующий понедельник выйдет обзор на этот роман «Читательский дневник», и это было охренительно круто. Это было очень-очень хорошо. Это было очень по-скандинавски. Это квинтэссенция скандинавской прозы с точки зрения того, про что могут написать скандинавы со всей их любовью к мрачнятине, скажем так. Но как бы не производило название романа, может быть, какие-то странные отсылки действительно к, не знаю, к Второй мировой войне или еще к чему-то. Нет, это семейная сага. Это всем любителям семейных саг и всем любителям исторических романов. Великолепно. Для меня, опять же, пересеклось немножечко с 60 килограммами солнечного света, потому что там тоже рубеж веков 19-20 Исландия. Здесь рубеж веков 19-20 Швеция. Сельская Швеция, там сельская Исландия. Роскошь, все остальное буду говорить в выпуске и по поводу издания, и по поводу персонажей, по поводу всего, что здесь происходит. Господи, сколько я всего тут понаписала. Потом я вот только сегодня, как раз перед съемкой, закончила слушать Рои Хена «Души». Это еврейская литература. Ой, как я обожаю еврейскую литературу. Я уже даже подумала, пока я не прочитала ни одного плохого романа еврейского.
Надо ли мне заводить новую полку? Просто мне скандинавской полки хватает ее коллекционировать. Я еще неовикториана, с викторианой еще одну полку коллекционировать, я ж помру. Но еврейская литература это все-таки настолько мое, это настолько вот откликается во мне чувство юмора и герои, хотя это, но все-таки Ближний Восток. Я не очень люблю Ближний Восток, а вот почему-то именно Израиль со своими книгами залетает мне в сердечко. А это так вообще. Во-первых, это аудиокнига, я слушала в озвучке самого идеального чтеца в моей жизни. Это Григорий Перель. Слушайте аудиокнигу, пожалуйста. Там еще есть женская озвучка. Сначала мне было непривычно немного, а потом я поняла, что она тоже очень идеально попадает вообще во все, что там происходит. Это роман о переселении душ. О повторении, о зацикленности. Это роман о карме, да, безусловно. И это такое непонятное произведение, которое, когда ты заканчиваешь его читать, слушать, ты думаешь, что же все-таки это было? Это была сказка или это была реальность? Что это было? Если это была сказка, там, блин. А если это была реальность, для чего это было все? В общем, очень крутой роман. У нас есть главный герой, современность, современная линия, и мы современную линию видим с точки зрения матери главного героя, Марины. Они выходцы из России. Автор, я посмотрела, переводчик с русского, и он так точно описывает вот это русские моменты, эмиграцию из России. Но это было так идеально описано, прям восторг. Главный герой у нас это Григорий, ее сын. Но Григорий, с Григорием мы знакомимся через его роман. А роман он пишет про себя, а ему 400 типа лет. То есть он родился сначала в какой-то польской деревушке в 17 столетии. Потом у нас Венеция, 18 столетие. Потом у нас Марокко, 19 столетие. 20 столетие, он вообще блоха. Заключительная часть, это уже современность, где Григорий как бы соединяется, голос Григория с голосом матери, они появляются в одной сцене. Это настолько еврейский конец, и он настолько яркий и замечательный. В чем вообще суть, мне кажется, фишка этой книги? В том, что это некие этапы становления героя. У нас есть начало детства, это Польша. И все это детское ощущение, вот это празднество, когда они с сестрой бегут, там какой-то еврейский праздник. То, как он видит своего отца, 9-летний мальчик, то, как он видит свою мать, как он воспринимает свою сестру, там нежные, теплые отношения. И вообще, наверное, самый близкий человек для него — это его сестра. И он будет ее искать потом на протяжении всех столетий. Потом мы перемещаемся в Венецию. Это юность, некая первая любовь, первые отношения, странные отношения. Вот это ощущение как бы познать себя, познать молодость, вырваться из всего этого. Погружаемся в ощущение как бы молодого человека, да, еврея. Третья часть — Марокко. Это уже взрослая жизнь, взрослые взаимоотношения. И наш главный герой перевоплощается, перерождается именно в женщине. Там прям такая любовь, насыщенные сцены, любовные такие прям страсти. И вот это вот все, и трагедия, драма, конец этой части. Четвертая часть, он блоха, он там живет буквально 4 или 8 минут аудиокниги. И заключительная часть, ему 39, то есть он уже такой движется медленно к своему 50-летию, и мы видим, в каком состоянии он находится сейчас. Помимо того, что это взросление, то есть это разные переживания человека в разные возрасты, в основном это, конечно, именно восприятие мужчины, это еще и огромная еврейская история. То есть это великолепный исторический роман про еврейскую историю, и здесь перемещение между разными странами настолько оправдано, потому что это еврейская история. Про это их расселение, разброс народа по всей земле, и ты думаешь, вау, как круто можно написать исторический роман, показывая абсолютно разные местности, нравы, быт и так далее в разные века, и при этом это имеет право быть, потому что так должно быть. Мне очень это понравилось. Здесь очень много именно еврейских каких-то штук. Какие-то моменты мне даже были как бы незнакомы, еще и сносок немножечко не хватило, именно, по крайней мере, в аудиоформате точно, потому что там то ли какая-то одежда, то ли какие-то обряды, то ли еще что-то. Не хватило немножко расшифровки, что это, потому что погружение в еврейскую культуру, именно вот в историческое наследие традиционное, очень-очень сильное. И если вот вы, как я, любите, видимо, читать еврейскую литературу, я обнаружила это за собой, я поняла, что я прочитала достаточно много еврейских, достаточно еврейских романов, и понимаю, что это все в основном были какие-то романы про современность, а вот такое, чтобы погрузиться в их традиции и культуры, это вот первый роман, и он очень прекрасно для этого подходит, на мой взгляд. Это было восхитительно. А конец-то какой? А юмор какой? Господи, как я обожаю еврейский юмор. И
озвучка-то какая роскошная. Все было идеально. Мне даже захотелось ее себе в бумаге, потому что я бы с удовольствием это перечитала глазами когда-нибудь. Короче, надо поискать в бумаге, вот что я думаю по этому поводу. Очень сильно рекомендую. Если вы, как я, отслеживаете романы Фантом Пресс регулярно, что у них будете читать, вот это роман Фантом Пресс, который обязателен к прочтению. И самое главное, июньское чтение, то есть эти книги были где-то там в середине и вот в конце, но это такой мой большой забег на очень долгую дистанцию, это чтение на английском языке. В этом месяце я стала читать на английском языке, взялась наконец-то за свою мечту читать в оригинале. Решение я приняла достаточно внезапно, хотя зрело оно во мне очень долго, это типичное я могу очень долго вызревать, а потом, когда принимаю решение, это происходит вот так. Если вы, как я, когда-то уже начинали читать на английском и хотите к этому вернуться, понимая, что, ну, не хочется бросать, почитайте статью Баевой, Екатерины Баевой о том, как начать читать на английском. Для меня это стало таким большим подспорьем. Это телеграм-канал Мистер Дарси и Бал. У нее в закрепленных прям висит пост, и там есть ссылка на статью, которую она написала специально для начинающих, вот как я. Это к тому, что если вы слышите прекрасные назидательные наставления о том, как начать читать на английском, и все окей, все это правильно, потом человек произносит, что не нужно читать беллетристику, какую-нибудь глупую литературу и так далее, что нужно читать только хорошие книжки, забейте, пожалуйста, на это. И самое главное, читайте то, что вам хочется. Вот в чем вы уверены, что вам захочется это прочитать? Что-то, что будет вам настолько интересно читать, что вы все равно это закончите. И, возможно, даже закончите гораздо быстрее, чем планировали, как это произошло со мной. Со мной работает так, что я очень люблю романс, любовные романы на русском языке, или как это звучит на английском, в английском буктюбе поприличнее, романс. Хотя все-таки я восхищаюсь английским буктюбом в том плане, что они абсолютно не заморачиваются по поводу стыда, что ты читаешь, не чувствуют по этому поводу никаких угрызений совести, их никто не чморит за это, между прочим, как у нас бывает. И они просто наслаждаются тем, что они читают. И давайте брать пример с них. Я посидела и подумала, вот Баева говорит, читайте, обязательно читайте то, что вот железно вам будет кайфово читать. И я такая сижу и думаю, кайфово читать железно, чтобы в каком бы состоянии я ни была. Потому что если я устала на работе и прихожу с работы, или я утром просыпаюсь такая в 4:50, думаю, зачем я вообще настолько встала для того, чтобы сделать йогу, конечно. Но как мне читать сейчас и так далее? Это должна быть литература, которая, несмотря на мое состояние, все равно заставит меня открыть эти страницы на незнакомом для меня языке, не родном в смысле, и заставит меня читать. Я такая посидела и подумала, что, ну, наверное, для меня всегда самый последний такой оплот мой, когда мне прям супер хреново, если мы даже говорим про чтение на русском языке, это любовные романы. Любовные романы я читаю, когда мне очень-очень плохо. То есть, когда мне реально очень-очень плохо. И они меня всегда спасают. Меня всегда увлекает, мне всегда интересно про отношеньки. Это всегда отлично отвлекает, это всегда просто. Я подумала, так это выход. Я начну читать на английском с романса. Гениально, Карл. Я в покупках уже говорила, показывала вам книжки, которые я купила, романс, потому что я поняла, что все, я тогда возьмусь читать. И до того, как они ко мне приехали, я посмотрела на свои полки, у меня уже что-то лежало там на английском, оно лежит до сих пор, в том числе очень важные, хорошие романы, которые я люблю на русском языке. Но из романса там были только «Сумерки» в оригинале. А мне так хотелось начать читать. У меня же все щелкнуло, я такая, все, я иду навстречу мечте, и мне нужно прямо сейчас. Это свойственно для меня, что если мне что-то нужно, мне нужно прямо сейчас, не откладывая. И я такая, о, «Сумерки», это же тоже романс, и я прочитала в оригинале «Сумерки». Рассчитывала читать весь июнь, на самом деле. То есть я посмотрела, сколько страниц, и вывела для себя, то есть посчитала прям количество дней и поделила. И обнаружила, что мне, чтобы успеть эту книгу за июнь, нужно читать 16 страниц в день. Но когда я начала читать, я обнаружила, что нормально идет. В итоге вывела для себя систему, что я читаю за завтраком именно книгу на английском языке, потому что мозг утром все-таки лучше у меня работает, чем вечером. Да это...
Да, это вы и видите, потому как я помню имена персонажей. Я читаю две главы. По крайней мере, вот я уже на третьей книге, и в целом более-менее пока стандартно две главы. Это вот какое-то подъемное количество страниц, как раз за завтраком. Прочитываешь чуть больше, чем у тебя в расчете на месяц. Таким образом, ты чуть быстрее читаешь, но это достаточно подъемно для утра, для утреннего чтения. Я не буду рассказывать эту историю, все прекрасно знаете, о чем она. Могу лишь сказать, что в оригинале чтение было одновременно как бы и таким же восхитительным, потому что все те же чувства, все те же эмоции. Я безумно обожаю эту историю, потому что это не только ностальгия, как это принято прикрываться очень часто. Во-первых, часто популярно не любить «Сумерки», но это отдельная история. А во-вторых, прикрываться какой-то ностальгией. Да, это ностальгия в том числе. Но черт возьми, нет, я люблю эту историю. Даже если бы это не была ностальгия, я прочитала ее сейчас, потому что она классная, потому что на самом деле, читая в оригинале, я как-то, то ли из-за того, что я все-таки осмысленно глубоко вчитывалась внимательно в текст, начала задумываться над тем, как Майер это сделала. А Майер сделала, очень правильно прописала взаимоотношения, потому что там, где, например, обычный романс может торопиться и доходить до определенной точки развития отношений слишком быстро, и, соответственно, ты как читатель теряешь интерес. Здесь в силу сюжетного хода, ну, камон, типа, он должен ее скушать, он не хочет ее кушать, из-за этого они бесконечно долго разговаривают. Еще Анастасия Завозова это отмечала, что благодаря тому, что Эдвард у нас вампир, они просто очень много разговаривают. И вот это погружение в разговоры, пусть они повседневные, какие-то не сильно глубокие и так далее. Но сам процесс бесконечно долгих разговоров и узнавания друг друга через долгие разговорные отношения — это привет классика. Привет классический любовный роман. Когда, ну, типа, в 19 веке нельзя было пойти на третьем свидании и переспать. Так не работало. Этот прием Майер очень круто использует. Я когда читала в оригинале, я это отметила внезапно и подумала: она молодец. Она очень круто сделала не просто икону Янка Далтона литературы эпохи нашей, но еще и в целом, как, если брать это отвлеченно, то есть именно как любовный роман, как это должно работать и почему это работает, это очень здорово сделано, действительно. Но это все еще очень короткая книга. Все еще не хватает объема. Благо у нас теперь есть что? Правильно, солнце полуночи. Там все то, чего не хватало здесь. Мне всегда не хватало здесь объема. И лучшим моментом, по-моему, прошлого года или какого, был для меня, когда вышел «Солнце полуночи», я его прочитала. Кстати, когда читала в оригинале, я отметила большие руки Эдварда. Почему-то в русском я этого не помню вообще. А тут прям несколько раз. Ну, пару точно, если не три. Прям она отмечала его большие руки. Я такая: что это с Майерой? Откуда у нее этот фетиш на большие руки? Ну, это было, да, забавно. Текст простой, как табуретка. Ну, то есть он реально простецкий. Если вы действительно что-то тоже хотите начать читать и не хотите начинать читать на английском с Гарри Поттера, я вас прекрасно понимаю. Я сама читала Гарри Поттера в оригинале. 3,5 книги меня хватило, потом я сдулась. Вот Гарри Поттер со мной не сработал. Херня на палке, когда говорят: о, начинайте читать с Гарри Поттера. Да нет же, не факт, что с него стоит начинать. Это, опять же, моя история. Вот это мне зашло. Дальше. Ого, я тут посмотрела, что я наложила книги, как они у меня лежали, не упали. И я прочитала Annie Darling, Crazy in Love and The Lonely Hearts Bookshop. Это, оказывается, серия. На самом деле, это третья книжка. В покупках показывала ее, что я купила это в Читай-городе. У нее очень хороший рейтинг в Читай-городе. Я такая: пойдет. На Гудрите тоже очень весьма неплохой рейтинг. Я взялась читать. Это было очаровательно. Я поставила этому, по-моему, 4 из 5. Да, 4 из 5. Просто потому, что здесь есть одна большая, самая главная проблема, если мы рассматриваем это в рамках романса. Это то, что такое романс. Обязательно есть какое-то препятствие, которое герои должны перескочить, чтобы воссоединиться. И вот здесь это препятствие, оно из пальца высосано, на мой взгляд. Какое-то яйца выеденного не стоит. Именно эта мысль у меня мелькнула, когда я дошла до вот этой вот проблемы, которую будут переживать герои. У нас есть главная героиня Нина, как будто бы сбежала с картинок
50-х годов, вот этих роскошных женщин с этими волнами, прическами, облегающими платьями, юбками, с этим роскошным мейком, со стрелками, она всегда, навсегда на каблуках. То есть это воплощение женственности, воплощение, наверное, оригинального ощущения себя. Мать у нее весьма токсичная личность, и Нина все равно делает, как она хочет. Там, где ее могут засрать, например, за татуировки, она делает себе роскошные рукава. Господи, это, конечно, мечта. У нее один рукав — это «Алиса в стране чудес», а второй рукав — это «Грозовой перевал». И, внимание, Нина помешана на «Грозовом перевале». Она когда-то прочитала эту книгу лет, не знаю, сколько там, 18-19, то есть юной, а ей уже 29. Для нее эта книга стала таким достаточно определяющим произведением, которое поменяло буквально ее жизнь. Заставило ее свернуть с вот этой проторенной дорожки, в том числе, которую проходили все женщины ее семьи. Она сбегает из своей той унылой жизни и идет просто жить, наконец-то, так, как она хочет жить. И вот «Грозовой перевал». А «Грозовой перевал» — это что? Это Хитклифф. Мужчина мечты, для кого он там, я не знаю. Я не знаю. Но вот он, вот ее идеал. Bad boy. И она все время ищет таких. Она все время встречается с такими. Ну, естественно, дальше каких-то там 2-3 свиданий это не ходит. У нее нет стабильной личной жизни. Она все время ищет, ищет. И это та героиня, которая, типа, побывала на 1000 свиданиях, но все еще никак не встретила мужчину мечты. И при этом не ее тип. У нас у каждого есть некая иллюзия, может быть. Наш мужчина мечты или женщина мечты выглядит вот так. То есть у нее вот так она выглядит физически, вот такие у нее параметры внутренние, вот этим она должна заниматься, вот это она должна любить, вот так она себя должна вести. Вот человек, твоя вторая половина. И роман на самом деле очень крутой, потому что он очень классно показывает, что мы можем себе напредставлять все, что угодно. Мы можем это себе напредставлять просто потому, что мы очень плохо знаем себя в том числе. Мы можем хотеть чего-то, а на самом деле нам это не нужно. На самом деле нам нужно что-то другое. И поэтому Нина всю жизнь, мечтая о Хитклифе, встречает такого чувака, который галстук, костюмчик, айпад, который такой бизнес-аналитик. И она такая: о боже, нет. Оказывается, как бы это оно. И вот они потом встречаются здесь, описываются их свиданки, потом там конфликт, препятствие, внимание, препятствие. Взять, и потом финал. Но почему мне понравилось? Потому что это британская книжуля. Здесь великолепный вайб. Кстати, очень интересный момент. Нина работает в книжном магазине. То есть у нас название это не просто так. Нина работает в книжном магазине, специализирующемся на любовных романах. В магазине продаются все любовные романы, какие могут быть. От классического, прям классического любовного романа. Все мы любим либо Джейн Остин, либо сестер Бронте, до суперсовременного, эротично-темного какого-нибудь там серии, какой-нибудь вот этими мужчинами с торсами на обложках. Вот в этом магазине можно найти все на любой вкус, со всеми тропами, со всеми линиями, со всеми сюжетами. Это так забавно. Есть моменты из работы книжного магазина. Если вы любите эту тематику, то очень круто. Мне понравилось, что это британская книжка. Это очень сильно чувствуется. Здесь есть некое наследие Бриджит Джонс. И некоторые сцены, они прям вдохновлены, можно сказать, сценами, которые происходили в дневнике Бриджит Джонс. Я фанат Бриджит Джонс, поэтому я сразу такая: лайк. Этот юмор британцев. Это их постоянное бухание в пабах. Обожаю. Какие-то вот чисто моменты, когда он там едет к родителям из Лондона, живет она в центре Лондона, на секундочку. Это так круто, и это было такое погружение в лондонскую жизнь, можно сказать. Юмор восхитительный, местами я посмеялась прямо в голос, и вообще вот эти вот их свидания, как они описываются, они очень энергично, мне было не скучно ни разу, там есть интересные сцены. Хотя один момент, опять же, фактологический, который меня смутил. Главная героиня одной из свиданий тут у них, она все-таки едет делать татуировку, второй рукав. Она там прям мучается от боли. Вы знаете, она прям страдает от боли. То есть ей больно делать. Она там прям вся, прям изнывает. Возможно, она изнывает от боли, потому что перед этим она набухалась адски. Тоже может быть, потому что по-хорошему-то перед тем, как ты делаешь татуировку, ты не должен пить кофе, пить алкоголь, чтобы ты был максимально в дзене. Но даже с учетом этого, все равно, в смысле, 2018 год роман написан. Когда я сделала свою первую татуировку, я не помню. Но
Ну, меня мастер использует обезбол. Все просто. Давно, мне кажется, уже использует обезбол. Никакой боли. Даже какие-то места, которые не очень удобны. Вот я на шее сделала. Это болючее достаточно место. Но вообще суперкомфортно. У меня, может быть, порог боли, конечно, не такой разный бывает. Но на руках. Она делает рукав. На руках вообще не больно делать. Всякие медицинские штуки, которые уже хорошие татуировщики должны использовать для своих клиентов. Почему здесь этого не происходит? Хотя у нее, типа, какой-то очень крутой мастер, который прям вообще супер талантливый, супер продвинутый. Почему он не использует обезбол, для меня было большим вопросом. Но это такое чисто мое тоже. Это примерно как с хэви-метальными группами в романе Барбара О'Нил. И мне понравилась просто сама героиня. Она такая очень яркая. Очень яркая и очень интересная пара. И самое главное, важное всегда для романса, это химия. То есть, чтобы между героями была химия. И вот здесь химия есть, на мой взгляд. Это сработало. Мне очень понравились второстепенные персонажи. Но так как это серия, то, я так понимаю, про одну из подруг этой предыдущей книги я бы с удовольствием прочитала про Верити. Здесь есть подружка Нины Верити, с которой она живет в квартире. И Верити, вот кажется, это мое. Она такая интроверт. Тут все Бронте любят, обожают все эти девушки в компании, а Верити обожает Джейн Остин. Я такая, я хочу почитать про тебя, но надо поискать, которая про Верити, и есть ли вообще, могу ли я купить эту книгу, сейчас все очень сложно с этим делом. Я бы с удовольствием почитала еще. Это, кстати, вот идеальное чтиво, потому что здесь самые обыкновенные ситуации, то есть там куда-то они ходят в паб, они ходят, встречаются с семьей, они разговаривают на семейные тематики, они обсуждают друзей, какие-то книги обсуждают, обсуждают просто самые обычные жизненные ситуации. Поэтому суперкомфортно читать. И идеальная книжуля для вот такого суперлегкого чтения с неидеальным английским. Мой английский далек от совершенства, собственно, поэтому я и начала читать с романсов. Было бы все по-другому, я бы уже читала Донну Тарт в оригинале. Лайк за четко, романс окей. Снизила балл за глупые препятствия. Возможно, меня еще немножечко смутил там момент с матерью, когда они внезапно находят взаимопонимание Нина со своей матерью. Это было очень внезапно. Но я не обратила на это даже внимания, потому что в целом все было зашибись. Я закончила 12 книг. Очень много интересного было в этом месяце. «Сумасшедшая» — это азиатская книга, которая вынула из меня всю душу. «Листат», «Вампирский краш», «Викториана» — прекрасная, совершенно хоррорная. Ну, всякие тут дамские штучки, это понятно. «Аудур», «Ава», «Олафс Доттир», «Боин» безумно порадовал. «Голод» — это будет в следующем выпуске, я буду восхищаться. И «Души» — это был такой дичайший совершенно восторг. Литература на английском наконец-то вошла в мою грешную жизнь. Наконец-то я начала читать, и я читаю уже основательно. У меня создалась, мне кажется, за месяц некая привычка. Я уже взяла книжулю потяжелее, максимально потяжелее, потому что даже от романса, даже у меня слипается жопка. Периодически будут появляться на английском какие-то книги, которые, скорее всего, не будут переведены, потому что мне все-таки будет интересно читать то, что у нас не переведено. Но «Сумерки» переведены. Про Нину не переведен, к сожалению, кстати, очень даже зря, потому что он очарователен. Он по-британски очарователен. Для всех фанатов британской литературы. «Себастьяна Барри» я сейчас читаю, он переведен. «Скрижали судьбы» в переводе Анастасии Завозовой. Но об этом мы уже поговорим в июле. Все, рассказывайте про ваш июнь. Пробовали ли вы что-нибудь из того, что я прочитала? Если вы читали «Райский сад первой любви», я вас крепко обнимаю, что вы тоже это пережили. Я надеюсь, вы тоже под большим впечатлением. Что еще важного? Да, давайте все перекличка, кто хочет начать читать на английском, давайте вместе со мной. Традиционно заглядывайте в описание, там будет, что там будет. Там будет ссылка на Сара Уотерс, там будут ссылки на Goodreads, на LifeLip, чтобы почитать аннотации, добавить себе в список to read, всем любителям вести списки. Там ссылка на мой Boosty. Подписывайтесь на мой Boosty, поддерживайте канал. Я опять забываю рекламировать свой Boosty. Это если вы хотите больше контента, влоговых форматов, потому что всякое за жизнь, за работу, и вообще как идут у меня дела, в основном я все это рассказываю для бустеров в маленьком пространстве. Что еще? А, ну, по-моему, для бустеров, но там для уровня, для высокого. Я как раз веду свою читательскую историю на английском, то есть такой свой прогресс немножечко туда регулярно, по крайней мере, выкладываю. В общем, все, если что, в описании. Не забывайте, пожалуйста, смотреть туда, заглядывать, там много всего полезного, ссылка тоже на телегу, не подписаны на телегу, подписывайтесь на телегу, рассказывайте вообще про все, что вы тут думаете обо всех книгах, что вы читали, что не читали, пишите ваши прекрасные комментарии, спасибо вам, как всегда, за просмотр, глаза у меня уже натурально слипаются, кофе мне не помог, и увидимся в следующем выпуске, всем пока!